Польский Ястржепский и новосибирский «Локомотив» уже встречались 2 недели назад. Тогда железнодорожники обыграли подопечных Роберта Пьяцци, уступив лишь 1 партию. И в этот раз сибиряки не сдали позиции. Обыграли гостей в сухую и даже не дали повода поволноваться болельщикам. Подача здорово летела, отлично работал блок и прием. Может быть, казалось со стороны что-то легко, но это результат работы, все, ну, как бы, это всегда так. Вот, ну, думали, что будет чуть больше сопротивления, но было ожидаемо, что подачу будет сложно подавать, потому что всего 1 тренировка у нас прошла, точнее, у них в нашем зале. Вот, достаточно предсказуемо на подаче, они в Польше выглядели гораздо сильнее. Наверное, этот элемент и позволил нам так быстро закончить матч. Если в первой партии победа «Локомотиву» досталась достаточно легко, 25-16, то во втором сете гости то и дело догоняли новосибирцев. Однако второй игровой отрезок остался за хозяевами площадки, 25-23. В третьем сете польский клуб ничего не смог противопоставить «Локомотиву», который с каждой подачей только увеличивал разрыв. Наша команда заграла очень плохо в приеме, а тоже в нападаче. На «Локомотив» это команда очень крепкая, знает играть в волейбол, и потому что мы проиграли. В этом году «Локомотив» проведет еще 1 игру дома, 24 декабря с «Факелом» из Нового Уренгоя. А 29 числа 5 игроков нашей команды под руководством Андрея Воронкова примут участие в матче звезд в Белгороде.